Всем привет! Вы на канале нашей New Life is My Life. В общем, еще неделя карантина, и маска будет мне мара. Потому что она мне впивается в щеки. Ты просто себе очень затянула, хотела выглядеть худенькой. Ну, в общем, как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно. И очень хочется скорее уже ходить в магазин без маски и нормально ходить. Вот, просто так, как мы ходили раньше. Надеемся, что скоро это так и будет. Только что проезжали мимо магазина Target. Да, очередь. В него стояла очередь, человек 10, наверное. А, здесь тоже, наверное, зайка есть очередь. Смотри. Немножко выстраиваются, да? Блин. Да, и здесь тоже выстраиваются. Ну ничего, немножко постоим. Вот, продолжим в магазине. Тачками разгородили территорию. И, ну, стоять нам не пришлось. Мы потихонечку вот так вот движемся. Люди заходят, на входе дают салфеточку. Такого я не вижу. Ну, кто-то в масках, кто-то без масок. В общем, кто на что гораст, и маски у людей тоже разные. У кого-то самодельные, у кого-то профессиональные, у кого-то простые, у кого-то сложные. Иди, зайка, возьми у нашего друга. Hello. There you go. Мы получили салфетку, ну что, протереть эту всю фигню? Да, мы останавливаем. А толку? Очередь. Да нет очереди, мы потом. За нами дадим. Ну, в магазине людей не очень много. Давайте там быстро. Да, мы будем быстро. Так у нас разве такого нету? Зай. Мы еще тени все собрали. Если хочешь побаловать, можно Сашке взять круассан. Цепляй, наверное, сзади. Круассанчики 4,99. Сашка любит из них делать, вернее, он любит, когда мы ему делаем эти такие сэндвичи. Мандарины 4,79 за 5 лб. Мелкие. Думаешь, там, может, крупные будут? Ну, они не такие, да. Немножко перестановки какие-то в Костко, да? Нет. Видишь, спиртное туда выехало вперед. Духовой шкафчик, да? Вот большой нам тут? Ну, конечно. Не хотим потом. Теннисные мячики. $40 за 20, 20 на 3, 60. Нет, там больше, значит, я не так прочитал. Ой, короче, много всякого спортивного инвентаря, много всякого походного инвентаря. А кому он сегодня нужен, никому не нужен, нигде нельзя гулять. Так, авокадо цепляем по $8. Ничего себе, какой дорогой. Давай возьмем, а то потом что, возвращаться? Да. Зайка, надо взять, наверное, одну сетку зеленую. Вот такую, совсем зеленую. А вот эта вот зеленая, но она мягкая. Короче, две сетки. Так. Что ты хочешь? А, Сашка захотел арбуз, заказал. Мы в этот раз у детей все спрашивали, что они хотят, чтобы взять по полной программе. Все, сейчас я должен выбрать. Поэтому останавливаю. В общем, зацепили арбузик. Сколько он там взял? 5,99 за ЛБ. Нет, каждый. А, каждый? О, так это хорошо. Это даже и недорого. А, блин, он маленький тогда получается. Нам каждый или ЛБ? Каждый. Может, тогда больше повыбери? Ну, реально, я что-то зацеплю. Вот. На пробу, соответственно, ничего не раздают, потому что ни мадурных не раздавать, не пробовать. Это получается не актуально в данной ситуации. Так, мы идем в молочку. Куда? А, не, ну так через молочку, это же по дороге. Вот, сотрудники стоят, ручки протирают у холодильников. Ну, людей немного, да? Или из-за того, что нет вот этих тачек с попробами, или проходы как-то немножко пошире подделали. Мне кажется, сделали проходы. Ну.
чтобы меньше скученность было. Ты не пойдешь в холодильник? Пойдем, зайдем, быстренько глянешь. Вот идем, короче, в холодос. Нам яйца не надо? Яйца. Молоко. Подожди, это молоко не с той пробкой. Нам вот это молоко надо, зай. 5,79 двухпроцентное. Берем коробочку с двумя галлонами. Давай, давай, я возьму. Не трогай, зай. Занимайся своим. Яйца выпивать, да? Нам надо яйца? Да. Можем зацепить вот эти вот. Антоша их пьет. Бери. 7,39 вот такие вот пребиотики. Нам зовут для кофе. Что? Нам зовут для кофе. Возьмем. Так мы возьмем его в всем складе. Хорошо. Оп. Все, выходим. Двигаем в молочку. В общем, паники никакой нет. Продуктов всех хватает по ходу. Ну, на яйца лимит, если А есть лимит, да? Ты говори, если что замечаешь, сколько там можно? Только 5. 5 доз. 60 штук, да? Так, а где наша любимая вода? Вот Arrowhead мы не любим. Она по 2,99. Это же Arrowhead раньше по другой цене было. Это цена от нашей воды. Будем надеяться, что она есть, потому что эта вот Arrowhead мне не нравится. Она как мыльная. Давай вокруг обойдем. Блин, ну не хочется эту мыльную пить. Да, она пока есть, мы тогда просто брать не будем. Тоже правильно. Там несколько упаковок. Тоже правильно. Ну, в общем, цена на воду не изменилась. И, в общем, Arrowhead даже, по-моему, немножко дороже стоила раньше. Нет нашей воды, я тогда не брать. Да, не будем брать. У нас есть вода и у нас есть фильтр. Но у нас заканчивается кола. Ну, кола мы купим в другом месте. В каком? В Смарте. Сейчас, подожди. Почему ты думаешь, Смарт? Думаешь, там будет выгоднее цена, интереснее? Да. 348 центов за баночку, это совсем неинтересная цена, честно говоря. Дышать тяжело. Нормально, ты дыши ротом. Чем? Ротом дыши. Ну, тихонько дыши. А что, мне нормально. Оно непривычно немножко, да? Но... Давай пойду. Так. Через эти пойдем? Да. Ну, давай. Давай, быстро. А что в холодосах? В холодосах в этих точно ничего не купим. Тут мороженое. Мороженое нам сегодня не надо. Не, этот ряд нам не нужен. Ну, в общем, тележки у людей абсолютно не забитые, не переполненные. Никто впрок походу не запасает ничего. Но мы будем покупать много, потому что мы не хотим завтра идти. Мы хотим купить на месяц и зависнуть. Так, смотри, вот там бургеры, вот эти рыбные всякие. Давай, зайка, наверное, зацепим. Но в этом ряду. Я просто рекомендую взять и белые, и красные, если они есть. Вот, кстати, смотри, это красные бургеры. Да. 15,99, 3LB. Я думаю, они просто... ребрендинг упаковки сделали. Вон, смотри, по-моему, старая. Угу. Старый, да? Да. Кидай. Он с каким-то савокадо, что ли, или что? Они, наверное, изменились. Посмотри на тот. Да, вон старый внизу, видишь? А на старом тоже зайка зелень нарисована какая-то. Это нарисовано, как его в булку ложить. Я надеюсь. Зайка, так, а белый? Берем наггетсы. Жалко, не сейл. Это не то, что там. Да? По 11,99. За что там? 5 ЛБ, да? Да. Наверное. Так, и белые бургеры. Но их не видно почему-то. Не видно белых бургеров? Переставили крэмбит? Зайка, а вот эти не будем брать? У нас такие еще есть. Есть? Видишь, дети чего-то. Зато я их люблю. А ты даешь те, которые... Ну, внимательно посмотреть, там точно, да, белых не было.
Да, а вот эти вот маленькие, это не то, что Саша видит. Видите, маленькие. А? Динозавры. Не, не надо, динозавры. Есть наггетсы, как динозавры, они на самом деле, ну, это чисто полуфабрикат, который сделан, переработан. А вот эти, что мы взяли наггетсы, они конкретно с куриного мяса. Поэтому брать эти перемолотые какие-то не хочу. Ну, в общем, холодильники все заполнены и всего хватает. Единственное только, что вот я не вижу ничего по сейлу. Вообще никаких сейлов нету, я да? Обычно хоть там какие-то 2, 4, 6 наименований стоят на сейле. Сегодня ничего на сейле нету. Ну, может быть, чисто из-за ситуации. Зайка, ты хотела взять, по-моему, вот такой вот клюквенный морс. 6,69. Вот такая банка с таким объемом идет в тачку. Так, Маришка уже пошла потрошить холодильник. Нам надо сыр как стринги. Вот она его зацепила. И еще нам надо сметана. Зайка, сколько стоят стринги? $11. Еще мы хотим взять сметану и творог. О, как ты ныряешь у меня. 3,99 это будет творог, наоборот, сметана. И 4,69 творог. Кидай, и еще нам масло надо. Мы берем вот такое желтенькое. 8,49 за 4 ЛБ. Там 4 куска по ЛБ. Зайка, я хочу вернуться, взять вот такой вот лимон. Я не вижу почему-то, где он стоит. Вижу только, что один валяется. Я не хочу его брать, потому что его тягал кто-то. Может, он впереди там где-нибудь стоял на... Ну, знаешь, как впереди бывает стоит. Короче, показываем чисто магазин, потому что всем же интересно, вам как тут что происходит, себя не показываем. Так что пойдем тот заберем, обработаем и оботрем, что с ним ничего не случится. Я думаю, вам сегодня более интересно смотреть на магазин, нежели на нас. Давай тот возьмем, тогда ничего не поделаешь. Ну, в общем, все стеллажи, все заполнилось, все вернулось в норму. И по количеству продуктов все восстановилось. Берем, короче, этот лимонад. Его Катаринка любит. И сегодня он как никогда актуален. Потому что он натуральный, на лимоне. А лимоны мы, наверное, будем или в Волмарте брать, или в центре. Вот, кстати, мы сейчас его... Замена у нас в корзине случайно произойдет. Возьми, зайка, из середины какой-нибудь там, пожалуйста. Да, вот там. Помочь тебе? Ух!